Жителя Тирасполя пожизненно лишили водительских прав и приговорили к 5 годам лишения свободы. В августе прошлого года 36-летний Роман Прилуцкий наехал на лежащего на дороге мужчину и оставил его умирать. Прилуцкий выезжал с дачного участка у Незавертайловки, не заметил лежащего на дороге подвыпившего мужчину и наехал на него. Прилуцкий вышел из машины и увидел человека. Тот был еще жив и в сознании, пишет на сайте Следственного комитета. Прилуцкий испугался, вызывать скорую не стал и быстро уехал. Мужчина скончался. Утром тело нашла соседка с одной из дач и вызвала милицию. Романа Прилуцкого задержали на следующий день. Он свою вину не признал. Сказал, что не переехал мужчину, а всего лишь уперся автомобилем. Но эксперты выяснили, повреждения, найденные у погибшего, могли образоваться только при наезде машины. Это подтвердилось, когда на теле мужчины и на нижней части радиатора машины нашли один и тот же смазочный материал. Слободейский районный суд назначил Роману Прилуцкому 5 лет лишения свободы и пожизненно лишил водительских прав. Прилуцкий подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил приговор в силе.